Сегодняшние события в Одессе говорят о полном развале государственных институтов. Такое заявление сделали в оппозиционном блоке. Народный депутат Николай Скорик считает, что причины протеста обоснованы, но вот методы, которые выбрали участники акции, неправильные. Есть законы, которые должен выполнять каждый гражданин Украины. Если они не выполняются, если можно безнаказанно ударить гражданина по голове, если можно безнаказанно бить полицейских, то в этой стране никогда не будет порядка. А то, что нарушения есть, и то, что городская власть их допускает, и то, что городская власть запускает вообще много ошибок, это факт. Но бороться с этими вещами нужно совершенно не так.